Азербайджанская сторона нарушила режим прекращения огня в направлении сел Шош и Махитарашен Арцаха. Столкновения на границе между Арменией и Азербайджаном представляют угрозу безопасности Армении, члена ОДКБ заявил Станислав Зась. Министр обороны Армении отправился в Россию с рабочим визитом. Запланирована встреча с Сергеем Шойгу. Омбудсмен Армении и глава делегации Красного Креста в Армении обсудили вопросы, связанные с возвращением пленных. Давид Бабаян и Армен Григорян обсудили вопросы, связанные с карабахским конфликтом. В результате поисковых операций на участке Варанды обнаружено два тела. В Гадруте найдены останки тел погибших. С 4 сентября по субботам будут осуществляться полеты по направлению Алеппо-Ереван-Алеппо. И статистика коронавируса по Армении. Сегодня выявлено 313 случаев заболевания коронавирусом. 183 человека выздоровели, 5 скончались.